нас студия, которой мы занимаемся, мы не только клиентов принимаем, мы также и обучаем. Потому что нам очень важно обучать качественно. У нас все курсы, которые проходят, мы выкладываемся на 250%. Уверяю вас в том, что вы каждый курс, который проходите у нас, будете профессионалами и хорошо будете понимать и знать, что вы будете делать. Что бы я хотела пожелать своим клиентам, ученикам? Ну, во-первых, я хотела бы вам рассказать анекдот, который, может быть, вам в дальнейшем вы поймете, о чем я хотела бы сказать. Анекдот. Стоит женщина, плачет. Муж нехороший, дети плачут, они непослушные, все не так, все не это, денег нет, машина сломалась. Никакого мне, никакой счастья, никакой удачи. Стоит рядом ангел, сложив руки. И говорит, ну что же делать? Каждый день одни и те же пожелания. Придется исполнять. Вот я вам желаю всем, чтобы вы правильно загадывали желания и были на позитиве каждый день. Всего вам хорошего.